О, у меня идея есть. Классная идея. Так что, Тони, на волчки? Предлагаю выбрать волчки вслепую. Даже первым сезоном я буду побеждать. О, не может быть. Ага, и мне. А давай поиграем во что-нибудь. В прятки? Да нет, твоя мама сказала дома ждать. А дома прятаться места мало. Влад, а давай лего соберу. Да ну, мы же этот набор уже собирали, неинтересно. Ну, давай в шашки. Ну, давай в шашки. Вот. Да ну, в шашки нудно. Так что, как обычно в игре, мы в нее постоянно играем. Да. О, у меня идея есть. Будем играть в Бейблэйды с призами для победителя. Можем, только призов нету. Мы же не можем разыграть испакованные волчки. Конфет мы и так наелись, а призы мы покупаем лишь перед семейным турниром. А у меня идея. Какая? Будем играть на волчок соперника. Это как? Если ты выиграешь, то мой волчок забираешь. И наоборот. Классная идея. Так что, Тони на волчки? Ага, готовься. Ну, держись, Влад. И главное, не забыть свой счастливый лаунчер. Ну что, Влад, готов поиграть? Предлагаю выбрать волчки вслепую. Согласен. Пикскалиус! Гаруда. 3, 2. Я выиграл первый волчок. Я выбираю следующий. Genius. Теперь я. У меня Cognite. Кагнайт проиграл, такой не может быть. Может, Сережа, просто фортуна на моей стороне. Второй волчок мой. Давай, дальше выбираем. Я первый выбираю. Тумсайсер D3. Ха, у меня Нубион. Тумсайсер тебе не победить. Ну это как посмотреть. У меня лаунчер как-то вообще не слушается, и волчки плохо запускаются. Я просто тебе давно говорил, что я лучше играю, чем ты. Байба! Нексус. Даже первым сезоном я буду побеждать. Уверен!
плохо волчки запускаются. Как Вайван мог поиграть? Ой, Сереж, не расстраивайся. В другой раз поиграй. Не может быть. И этот волчок тоже мой. Вот это неудача, если бы Дастин выигрывал. Я так и думал. Да что ж такое? И тут тебе не повезло. Ну и Дунсайзер тоже. У меня остался Луйне, но им-то я смогу выиграть. И этот волчок тоже будет мой. Согласись, Сережа, сегодня просто не твой день. Я не хочу быть побежденным. Ты уже побежден. Влад, не вешай себе медаль раньше времени. Расческу. Нет, мам. Вы что, вы блейд играете? Да. Да хотела волосы уложить. Не пойму, где расческу свою модельную дело. Не видели? Нет. О, Сереж, а ты чего поломанным лаунчером играешь? Я его еще вчера выбросить хотела. Ну вот, точно. Отметка. Я его еще вчера выбросить хотела. Он поломанным, запускает плохо. Там зубцы все стерлись. Я же говорил, что запускалка слабая, и волчки не слушались. Напиши в комментариях, умеешь ли ты поигрывать. Поставь лайк, если не любишь быть побежденным. И не забудь подписаться на мой канал. Пока-пока.